А следующая новость совсем не утка. Орнитологи Екатеринбурга умоляют горожан не бросать хлеб уткам, которые обитают в городских водоемах. То, что человеку пища, пернатым – гибель. Особенно, если они поглощают мучное в сухомятку. Хлеб, он просто вот насыщаемость, пустая еда, и в больших количествах, да, он может вызвать достаточно серьезные проблемы у птицы. Поэтому не рекомендуется. Между тем, кормление уток – любимое развлечение горожан, причем бросают птицам именно хлеб, из-за которого у них развиваются смертельно опасные болезни желудка и зоба. Они попросту забиваются. Кроме того, избалованные вниманием прохожих и вкусным мякишем утки обленились и уже не хотят искать полезную растительную пищу. Спасти птиц от голода, а себя от скуки можно безобидными способами. Правильнее кидать уткам морковь или зелень.